Фредди Роуч должен был приехать, но он не смог приехать, он мне сказал, ну, что из-за коронавируса ему врач, он ну, не разрешил сюда ехать. Он сказал, все нормально, все хорошо, но ты мог больше делать. Ну, работа у нас был план по-другому, я должен быть первым номером работать. А я допустил ошибку и отдал ему пространство. Я пытался его встречать и на встречу поймать, но у меня не получилось, потому что у него опыт большой. Он не дал, он закрытый был. Коронавирус, я, честно говоря, не знаю, что это за болезнь. Но все говорят, карантин, все такое, все люди умирают везде. Ну, у меня, я из-за этого не могу приехать, ну, в Америку поехать. Ну, либо здесь буду в академии готовиться, либо в Питер поеду со своим тренером. Ну, там буду готовиться. Клуб «Тайфун» у нас, боксерский клуб «Тайфун». Я там все время готовился. Ну, первые бои, пока академии не было, пока я не приехал в Екатеринбург. Ну, зал боксерский. Все, в принципе.